сосуд для титрования, отбирает шприцом 100 мл пробы. 100 мл пробы мы с вами уже отобрали. Перенесли в сосуд. Добавляет несколько капель индикатора бромфенолового синего до синей, до заметно синей окраски. Ну вот это вот можно даже послабее, можно было даже поменьше добавить. Значит, титран, соляную кислоту, 5 сотых моль в литре. Отбирайте до 10 мл. И титруют до перехода окраски, до начала перехода окраски в желтую. Значит, левой рукой я жму медленно-медленно на поршень. Правой рукой перемешиваю. Если вы левши, все наоборот делаете. Левой рукой жму на поршень, правой рукой перемешиваю. Вот видите, переход уже начинается, то есть там какая-то желтизна появляется, но при перемешивании она уходит. Это значит, что мы уже приблизились к концу. Вот, 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 дорогие товарищи, вот это вот примерно такая окраска. Это конечная точка, то есть титруем примерно до такой окраски. И смотрим, было у нас 10 мл, а стало 5,1. Было 10 мл, стало 5,1. Вот это 4,9. Мы записываем в графу результаты измерений. Первое измерение. Титрование проводится, напоминает, до трех сходящихся результатов. То, что получилось. Отходим подальше. Вливаем на грунт.